это же волшебные фломастеры, Люся! Я их купила во время нашей поездки на море. Странно, почему я про них забыла? Хорошо, что я тебе напомнила. Давай с ними играть. Конечно, давай, но вначале нужно разобраться, что в них такого волшебного. Так, в этой половине есть обычные фломастеры разных цветов и еще есть один белый. Он как волшебная палочка. В соприкосновении с ним все цвета превращаются в белый. Посмотри, какой красивый дизайн можно сделать с помощью этого волшебного фломастера. А вот эти фломастеры во второй половинке немножко другие. Видишь, их основания и колпачки разных цветов. Это потому, что в соприкосновении с белым волшебным фломастером образуется не белый цвет, а такой, как на колпачке. Ой, ты меня запутала. Давай же рисовать ими быстрей. Давай, раскрасим вот эти красивые сердечки, и ты все сразу поймешь. Возьмем сначала однотонные фломастеры и раскрасим три сердечка. Розовый, фиолетовый и красный. А теперь возьмем нашу белую волшебную палочку. Смотри, что произойдет. Как красиво! Мне очень нравится! Теперь давай испытаем вот эти фломастеры из второй половины коробки. Я возьму желтый, фиолетовый и синий. А теперь воспользуемся нашей волшебной палочкой. Вот этот желтый цвет в соприкосновении с ней должен превратиться в красный. Ух ты, вот это настоящая магия! Это точно! А вот этот фиолетовый в соприкосновении с нашей волшебной палочкой должен превратиться в голубой. Ой, как мне нравится! Ну и последний фломастер, синий, превращается в светло-салатовый. А теперь буду рисовать я! Желтый! Зеленый! И красный! Очень красиво! Мне нравится! Осталось поработать белой волшебной палочкой! Люся, да мы с тобой настоящие волшебники! Это точно! С этими фломастерами мы можем все! Друзья! Когда-нибудь пробовали рисовать такими волшебными фломастерами? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!